Green Cell – это от слова «зеленый». Сегодня очень модны зеленые технологии, а Cell – это целлюлоза. Основным достоинством нашего процесса является его экологическая чистота. В качестве растворителя целлюлозы мы используем ортофосфорную кислоту, которая является безопасным химическим реагентом. Кроме того, в нашем процессе отсутствуют опасные газообразные выбросы, источные воды. С точки зрения использования воды в различных экологических стадиях в нашем процессе, это примерно в 100 раз меньше, чем в существующем. И с точки зрения энергетических затрат, то мы выигрываем, потому что у нас значительно меньше стадий по получению раствора и его последующей переработки волокон. Отработанную осадительную ванну мы предлагаем использовать в качестве ценного минерального удобрения, содержащее в своем составе как калий, так и фосфор. Поэтому у нас побочный продукт не менее значим, чем целевой. Новый процесс является малостадийным. Время, которое требуется от загрузки реагентов в реактор до получения готового продукта волокна, составляет, как правило, несколько часов. И вот только сейчас к нашей задумке, созданной более 20 лет назад, обратилось внимание общества нашей страны, России, я бы сказал, западного мира. И мы потихонечку от лабораторной технологии переходим через пилотную технологию к опытно-промышленной. Мы надеемся, что в будущем году у нас заработает опытно-промышленная установка на этом заводе. И когда мы отработаем все технологические операции, то можно будет переходить к строительству нового завода по новой технологии. И мы готовы создать и новые виды такого волокна, например, самозатухающие. И мы создали из смеси двух полимеров целлюлозы и хитозана такое волокно. При отсутствии открытого пламени ткань, изготовленная из этого волокна, не горит.